хуйнули, блядь, нахуй. Я посмотрел, слава богу, что, блядь, тут, блядь, у них бы уши завяли бы, блядь. Я еще мягкая сегодня, блядь. У меня только глаз дергается, блядь, и нога. А то хуйня все, блядь. И забрали бы, как я сына собирала, блядь, нахуй, блядь. Только дачку послала, блядь, нахуй. Полностью, блядь, ЗСУ, блядь, покупала, блядь. Хоть бы позора, блядь, нахуй, блядь. Они мне что-то еще говорят, блядь. Форму, ботинки, блядь, говорят еще о чем-то эксперту. Я, блядь, им сделаю экспертов, блядь. Таких, что охуеют все, блядь. Экспертизу надо, блядь. Еще подумайте, надо или не надо. Конечно, надо, блядь, уже, блядь, здесь спокойно встать и крыть, блядь. Это что, запрещено снимать места взрыва и так далее. Можете спрятать свой телефон, пожалуйста? Можу, згідно закону, якщо це не воєнний об'єкт, то можна, як журналісту, мені через три часа... Она журналіст, і вона, блядь, да. А я квартальная, так що ви нас не дергайте. Ми нервні з утра. Спіть, блядь. Не спимо, блядь.